Мы продолжаем наш телемарафон. И где же Седа Каспарова? Седа Каспарова. Здравствуйте. Привет. Седа Каспарова, редактор. И вчера она сняла сюжет о том, как делается сюжет. Седа, что такое три минуты в эфире? Три минуты в эфире – это несколько часов подготовки. Сейчас вы это увидите. Держи микрофон. Спасибо. Пойдем. Итак, если коротко, то новости априори считаются лицом канала, что уже ответственно. Корреспондентов 15, а вот событий, хоть мы и регион, всегда много. Находим интересное в отчетах, пресс-релизах, на совещаниях и вокруг нас. Люди, как правило, все важные новости, события, происшествия выкладывают сразу в социальные сети, в группы и форумы. И читая их, можно узнать много интересной информации и о чем говорит наше общество. Острые, актуальные вопросы. Когда информация на руках, самое время собираться на выезд всей бригады. Это журналист, оператор и водитель. Александр Тарасов, вы видите его. Точнее, не видите, вы видите его глазами материалы. Кристина Кранкевич все время в кадре. Кристина, куда едем? Ой, мы едем снимать специальный репортаж. Хорошенькая, правда? Да, вот, спасибо. И еще, да, снимем кусочек на новости. Хорошо. Маленький сюжетик. Главное, хорошая, яркая персона. Если человек говорящий, ну, то есть это находка для нас, находка для телевидения. Журналист в регионе должен уметь рассказать о работе предприятия, открывшейся выставке или увеличивающихся на доях одинаково понятно. Поэтому нередко маленький сюжет на полторы минуты – итог нескольких часов работы. На один сюжет сколько уходит времени? На написание? На написание. Если работать, ну, просто со скоростью… Быстрого журналиста, да? Да, со скоростью спринтера, то это полтора часа. А бывает такое, что иногда полторы минуты пишешь и 5, и 6 часов. Самое интересное, предлагаю пойти начитывать сюжет. Пойдем. Пишем. Вильюзга района на березе реки Лохва. Притягивание молоди до активного отпочинка в первую очередь. Если не рассказать историю сегодня и сейчас, это уже не новость, а старость. Поэтому каждый день к обеду все материалы попадают в руки выпускающего редактора. Того самого, что красиво рассказывает о главных событиях дня на всю область. Ведущая Екатерина Городницкая готовится к эфиру. В гримерке стоит такой телевизор для того, чтобы Елена Стрибкова, наш очаровательный гример, всегда держала Катю под контролем и могла припудрить, если что. Так точно. Пойдем. Катька, надеюсь, не будет ругаться. Катя, как оно? Здравствуйте. Хорошо. Готовимся. Хорошо, уйди, не мешай мне. Мы работаем. Практически, да. Все, мы пойдем, они пишут. Пошли. В эфире программа «Новинный регион» у студии Екатерина Городницкая. Добрый день. В этом выпуску глядите. Запуск. Новости вряд ли станут рутиной, они ведь каждый день новые и пишутся по-новому, и смотрим мы на них каждый раз, как в первый. И эта работа ответственная, волнительная и напряженная, и, наверное, именно поэтому любимая.